И сюда надо тогда пару каких-то с землей нормальных растений. Вот эти вот нормально растут, видишь? Сиреньки. Да. Может, тогда сиреньки сюда воткнуть. Можно. Я бы сделал, может быть, вот в этом месте, вот сюда. Там три вот этих машины места убрал, и вот сюда сделал бы контейнерную площадку. На следующий год, наверное, и эту тоже надо в замену ставить по-хорошему. То есть целиком прям пройтись по вот этим экспертовским микрорайонам, но сделать большие, прям крутые, хорошие площадки. Юбилейный 72. Основное замечание это было, это новая детская площадка. Мы ее планируем в этом году заменять. Юбилейный 69, Челомея 79. Тоже площадки уже выработали свой ресурс и было указание под замену их. То есть на 24 год будем планировать. Небольшие замечания по зеленым насаждениям будем устранять. По асфальту замечаний не было, поэтому пока на этом закончили и будем исполнять, ну, в плановом режиме работать.